Наш добрый, любящий вас телеканал АТВ Михалыч. О погоде, лишь бы она была хорошая и с хорошими выходными. 1 декабря и 2 декабря 2018 года смещение циклона вызовет снег по юго-западу и Прибайкалью, местами сильные снегопады. Усиление ветра до 20, местами до 23 метров в секунду, метели, заносы, накаты, гололедица, будьте осторожны. С последующим понижением температуры воздуха на 10 и более градусов. По республике смещение циклона с активным атмосферным фронтом вызовет местами снег. Днем по юго-западным районам и Прибайкалье местами сильные снегопады. Ветер восточный, ночью 4-10, днем переходом на северо-западный 5-10, местами порывы до 20 метров в секунду. Поземка по Прибайкалью, метели. Температура воздуха. Курумканский, Муйский район. Ночью минус 15-20, по северо-востоку до минус 30. Днем 15-20, местами до минус 10. Теплее. По Прибайкалью, Кабанскому району. Ночью минус 15-20, в этих районах теплее, а днем минус 4-9. Ну разве это мороз? По Мухашибирскому, Джидинскому районам ночью минус 13-18, также теплее гораздо. Местами минус 7-12, днем минус 4-10 и даже до плюс 1. Наша дорогая столица ночью без существенных осадков. Днем снег, ветер восточный, ночью 12, днем с переходом на северо-западный 11-16 метров в секунду. Температура ночью минус 14-16, днем минус 4-минус 6. Какая благодать! Атмосферное давление будет падать до 690, к вечеру начнет расти до 702 миллиметров тутного столба. Будьте осторожны. На дорогах местами метели, заносы, снежные накаты. Автомобилисты, внимание! Все наше достоинство в том, что мы способны мыслить. Будем же стараться мыслить правильно и позитивно. В этом основа морали. Правильно мыслящие АТВ Михалыч. С позитивом будьте всегда здоровы.